Действительно ли так важны дебаты о сотворении и эволюции? На самом деле да, потому что Библия учит нас, что Бог сотворил Землю за 6 дней. Но если эволюционисты правы, то это значит, что сказанное в Библии либо неправда, либо как минимум не должно пониматься в прямом смысле. И некоторые люди так и говорят: Библия — это истина, но в ней не имеется в виду то, что написано. Если в Библии не имеется в виду то, что написано в книге Бытие, то как вы можете доверять Библии в вопросах наследования вечной жизни? На кону стоит авторитет Божьего Слова. Есть еще одна проблема, которую люди не учитывают. Это возникновение такого явления, как смерть. Если эволюция — это правда, тогда смерть существовала всегда, и это процесс, посредством которого организмы эволюционировали. С другой стороны, Библия учит, что смерть вторглась в мир, который был когда-то совершенным, идеальным. В мир, после создания которого Бог сказал, что он хорош весьма. Но из-за того, что человек взбунтовался против Бога, он справедливо наказал нас, что принесло смерть в этот мир. И в это же время запустило процесс смерти в животном мире, принеся в жертву животных с целью получения кожаной одежды для Адама и Евы. Я думаю, что те животные являлись символом, который указывал на Христа, который должен был прийти, чтобы по-настоящему заплатить за наш грех. Смерть, как наказание за грех, это один из центральных моментов в христианстве. Поэтому если эволюция истина, то это значит, что смерть не является наказанием за грех. А если она не наказание за него, то зачем Иисусу нужно было умирать на кресте? Как вы видите, дебаты сотворения против эволюции действительно важны.